Всех приветствую. Вот тут передо мной еще одна стена, ну вернее остатки стены. Сегодня ветер такой сильный дул, и я слышал только его звук, а тут была тишина. В общем, с той стороны дул, это получается так, судя по мху, солнца нету, значит, у нас там запад, мох справа, да, скорее всего там запад. И она уходит туда дальше. Тут сверху я побывал уже, там есть остатки с песчаника. Ну, хочу еще раз сюда приехать и уехать туда дальше. Тут, я не знаю, 2-3 километра. И там я с Google Planet видел еще какой-то кусок остатка. В общем, надо посмотреть внимательно будет. Туда она уходит. Ну, может быть, мы даже по ней поверху и пройдемся полностью и все посмотрим. Была ли тут какое-то воздействие. Тут я смотрел, вроде ничего в тот раз я не заметил такого необычного, хотя, может быть, просто не заметил. Вот там вот впереди такая вот беседочка вырублена для туристов, чтобы могли там посидеть, отдохнуть. Ну, как похоже на автобусную остановку, да? Прикольно. В общем, кому интересно, зайдете позже, посмотрите обязательно. Мы сюда как-нибудь выберем погоду нормальную, приедем и посмотрим. Либо отсюда туда начнем, либо оттуда сюда, неважно. В общем, пройдемся поверху и посмотрим. Итак, вот она этот остаток стены. Сейчас мы посмотрим ее протяженность. Так, того составляет она почти 3,5 километра. Ну, как я уже говорил, с фотографиями, к сожалению, тут полная засада. Почему-то одна маленькая фотография. И тут, по-моему, еще одна. Все. Все фотографии. Ну, вот как-то вот так вот. Сейчас я еще покажу. Нашел я еще парочку там, где я был последний раз. На продолжении дьявольской стены. Там еще пару кусочков нашел. Ну, небольшие остатки. Сейчас посмотрим. Итак, вот он, Розенбург. Тут мы были вот на остатках правее немного. Вот они где-то тут, плохо видно совсем. А, да, мы не дошли, там какое-то подземелье. Ну, понятно, что оно закрыто по-любому. Вот тут мы были. И тут как бы такие солидные два остатка. И вот идет продолжение этой стены, как я говорил, стены дьявола. И вот тут я нашел еще пару кусочков. Ну, сейчас мы его померяем, этот кусочек. Вот видно его по фотографии, что он подвергся какой-то тоже непонятной силе, которая нам неизвестна. Похоже, нету на сегодняшний день технологий, чтобы нам понять. Ну, где-то 18-19 метров примерно вот этот остаточек стены. Тут совсем у нас маленький, ну просто как глыба торчит, да. И где-то еще сейчас найду один маленький был кусочек. Вот он на этом продолжении. Да, ну тут совсем похоже маленький. В общем, не вижу смысла туда ехать еще раз, чтобы посмотреть на эти парочку глыб. Ну да, конечно, 18 метров это такой солидный кусочек. Ну а тут вот всего там где-то, ну примерно, где тут край? Примерно 8 метров, да? Маловато как-то. Поэтому вот
Конечно, на Google Планет тут особо все не рассмотришь. Так, это вот заканчивается, идет у нас дальше. Тут плохо совсем видно. Тут где-то... Ага, вот еще у нас... Я даже не помню, где первая у меня дьявольская стена. Да, наверное, где-то она в этом районе. И тут зайдет... Уходим мы в Ланкенбург сюда. С чего вот я начал. Ну, тут еще можно сильнее приблизить. Еще пару фотографий увидеть. Тут явно что-то вырезали внутри. Какое-то подобие хижины. Так, что тут у нас еще выскочило? Ну, в общем, фотографии, как я говорил, оставляют желать лучшего, ничего толком не увидишь. Но остатки явно есть. В общем, вот эти 3,5 километра надо просто самому пройти и все внимательно посмотреть. Других вариантов просто нету. В общем, кому интересно, смотрите. Посмотрим, какое тут на этой стене было воздействие. Было ли оно вообще на том... Ну, вот здесь тоже видно, что тут нормальный песчаник. Дело в том, что те все предыдущие, там видно, что было какое-то воздействие. Ну, с другом думали-гадали и просто пришли к мнению тому, что, скорее всего, на сегодняшний день нету таких технологий. Мы просто не знаем, что это могло быть такое, чтобы... Один камень превратить часть камня в стекло практически, другую часть там по твердости примерно там гранит-мрамор и третью часть оставить просто песчаником. И это всего один камень. Как, чем это могли воздействовать? Ну, скорее всего, мы просто не знаем. На самом деле тут в Харцах все обследовать, тут мне остатка жизни, я так понимаю, не хватит. Эти горы, чтобы обследовать полностью. Слишком большая территория. Но что найду, на что время у меня хватит, я, конечно, постараюсь ездить. Но опять же, мы немножко зависимы. Ну, хотя бы вот этот кусочек, вот этот вот, самого Харца. Нет, это маловато, конечно, надо больше. Что-то я мало посмотрел. Да, тут гораздо больше. И, в общем, тут еще как у нас говорится, как будут дела с финансами. Сегодня так, завтра по-другому. Ладно, на этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока. Кому интересно, следите.